Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и это опять GTA San Andreas. И мы сегодня продолжаем. Так, минутку. Чуть-чуть попозже, окей? Я сейчас записываю скин. Короче, мы продолжаем. Мы вот дома, тут балласы, тут побывали точно, вон пушек даже накидали. Ну, это автор сохранения, вы понимаете, сделал. Не знаю, как он сделал так, чтобы пушки тут оставались, но каким-то способом сделал. Я, в принципе, их брать не буду. Они не сильно мощные. Я их спокойно вообще могу брать. Там в амунации покупать. Так, идем на следующее задание. Ты любишь, ты будешь любить район, как всегда было, и это уже не изменится. О, ты как Си-Джей. Как дела? Рад видеть, что все вернулось на свои места. Не, сейчас не так, как было. Нам еще предстоит снова объединить всех в районе. Как-то раз это говорил. Мы хотим, чтобы все знали, что Гроус снова в игре. Подожди. Что? Ты же знаешь, что у меня есть и другие дела, и обязательства. Пока выйдите все ненадолго, мне надо поговорить с братом. Ты никогда не соберешься за это дерьмо? Что по-твоему будет? У тебя всегда хорошо получалось оставлять дела незавершенными. Да, сурово, Свит. Парень из особняка траханного рэпера и даже не сделал ничего. Знаешь, мир ведь больше этого района. Здесь начались наши жизни, и здесь они, видать, и закончатся. И не забудь, откуда ты выполз. Слушай, так нечестно. Да смотри, как кто перекочевал все надписи на стене. Оскорбил твой район. Ты ведешь себя, как будто вообще тебе пофигу на это. Вот ты, вот что нечестно. Ладно, давай сделаем то, что ты хочешь. Пошли. Пошли. А чё, я согласен. Я тоже хочу вернуть все территории семьи. У тебя есть план? Да, у меня есть план. Мы собираемся прокатиться по району Балласов и вернуть его Гроу. Давайте поедем на тачке Райдера. Теперь я пользоваться буду этой тачкой. Давай вернем это место обратно парням с Гроу Стрит. Айлдвуд. В этом районе же живет Биг Смоук. Ну, точнее, наверное, уже жил когда-то в этом районе. Сейчас он вообще хрен знает, где живет. Что-то я не вижу ни одного балласа. А, нет, есть. Эй, балласы, давайте повоюем немножко, что ли? Да, а вам что надо от меня? А ну, сдохните. Так, будем использовать автомобиль в качестве баррикады. Капец, как их много, а? Я специально выбрал именно эту территорию, чтобы... Или так задумано было в игре, я не помню. Может, реально я не запомнил. Вот это место будем в качестве баррикады использовать. Давайте, подходите, не бойтесь. Или вы боитесь? Подходите, ну же. Ну же. Да блин. Надо броньку взять, наверное.
Так, здоровье, броня, все взять надо. Так, возвращаемся назад. Быстрее. Вот тех, кто слишком далеко, завалим просто со снайперки. А, нет, они вообще удрали фиг знает куда. Они настолько сильно удрали, что я их даже не вижу. Да я вижу, тут какие-то бегают. Отлично, второй натиск выдержали. Они появляются там, кстати, спавнятся, куда мы не смотрим. С противоположной стороны именно они появляются. Так, они где-то здесь сейчас еще появятся. Воу. Отлично. Отвоевали. Еще одну территорию. 7 игроков стрит вернулись. Надо еще один район захватить. Давайте отвоюем тот район, в котором находится дом Биг Смоука. Или мы его уже отвоевали. Ну-ка, сейчас проверим. Проверим сейчас. Блин, колесо прострелили. Ну ладно. Не так страшно. А, мы его как раз таки отвоевали. Теперь дом Биг Смоука на нашей стороне. Однако... это, однако, самого Биг Смоука на нашу сторону. Это не возвращает, к сожалению. Будем... давайте отвоюем... блин, тут уже отвоевано. Давайте используем... давайте вот здесь завоюем. Хотя я тут балласа ни одного не вижу даже. Тут балласов-то нет. Ни одного. Я, по-моему, весь Айлвуд-то захватил. Разве нет? А почему тут балласы? Подохните все. Нечего вам на вашей, на нашей территории делать. Блин, то тут... да тут нету балласов. Айлвуд, по-моему, мы захватили уже. Разве нет? Ну вот, мы сейчас на другой территории. Ага, вот, вот мы где сейчас постреляем. А ну идите сюда. А, Дмитрий Раскалов там удирает от нас. Уйдите отсюда. Уйдите отсюда. Не вздумайте на Свита наехать. Я когда первый раз... я на ПК когда тут проходил, Свита скорая задавила и убила. Скорая должна спасать людей, а не уничтожать их. Дебильная скорая. Совсем с ума все сошли. Иди в жопу. У нас вообще не должно быть звезд розыска. А. А чё они удирают-то, я не понимаю. Может, машину взорвать? Отлично, они сами взорвались. Дайте сюда броню, срочно дайте сюда броню. Не отстанет, не отстанет он от меня, не волнуйтесь. Но! Чё вы туда-сюда бегаете? Идите сюда. Ой-ой-ой. Оу, блин. У нас получилось. Возвращаемся на Гроу Стрит. Да-да, возвращаемся. Садись давай в машину быстрее. Блин, не заносись. Поставим ее в мой гараж. Пикап этот. Он там сам отремонтируется, когда мы
Как-нибудь туда вернемся в гараж. А пока тем временем мы другую машину возьмем. Тихо, 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 осторожно. Ты помог семьям Гроу-стрит смести балласов. Братья Джонсон их просто раскатали. Ладно, мне надо поспать, я устал как черт. Я отобрал у одного из придурков балласов. Бабки за наркотики, наверное. На, держи. 10 тысяч. Много что-то они торгуют, видать. Так, давайте я такси возьму. И поеду к Мэтт Догу опять. А пикап поставлю в гараж. Пусть ремонтируется. Теперь я им пользоваться буду, не Райдер. Райдер им все равно уже не сможет воспользоваться. Но как он в загробной жизни-то будет пользоваться в аду? Так, поехали. Да блин. Вагасы напали на наш район. Ну, давайте отвоюем. Нам достаточно просто завалить этих чудил. И этот район опять будет наш. Подходите поближе, засранцы. Гроу-стрит всегда рулит. Отлично, район теперь остается за нами. Деннис Робинсон здесь живет, подружка с ним. Да блин, бак это бесит. Тише, тише. Ну ты маньяк озабоченный, ты уже просто перебор. Заткнись! Офицеры Эдди Пуласки и Фрэнк Тенпенни, хорошо известные сотрудники местного отделения полиции, были обвинены в вымогательстве, коррупции, торговле наркотиками и сексуальных домогательствах. Они сами виноваты во всем. Из-за этого недоноска я фирму потерял. Он был причиной всех моих бед. Подозреваются в убийстве офицера Ральфа Пендлберри, который объявил, что собирается подать на них в суд, и который был найден убитым во время криминальных разборок банд. Думаю, ему 20 лет дадут. А скорее всего 5. Копам всегда дают меньше. А свидетели отказались от показаний. Кроме того, исчез офицер Джимми Эрнандес. А сам офицер Пуласки скрывается от правосудия. Постой-ка, они выходят из зала суда. Этот недоносок Пуласки тоже, скорее всего, сдохнет, как и все остальные. На основании отсутствия улик, доказывающих вину, окружной прокурор вынес решение следствия обвинения. Что? О, блин. Ну, убедился, системе нельзя доверять. Неожиданное решение совершенно беспрецедентное. Да, правосудие стало звуком. Знаю, мне дофигища раз арестовывали. Я абсолютно естественное поведение. Сегодня в Лос-Антосе будет кипеть от негодования. В моем районе никто не посмеет срать. Я в этом не уверен. Смотри, весь город встал на уши. Ну, это задолбало все. Люди сами не знают, что делают. Нас везде используют. Видишь, парень, ничего не меняется. Власть кого угодно завалит. Слушай, я обещал, что мы защитим свой район. Не для того, чтобы это дерьмо разгребывали. Ай, это просто дерьмо дерьмовое. Но мы сами с этим разберемся. Так, едем обратно на Гроу-стрит. Едем назад. Правосудия нет. Такая мразь, как Темпенни, вообще как можно на свободе оказаться? Он просто задолбал меня, честное слово. Как я его хочу шлепнуть, а? Мы это сделаем, не волнуйся, Свит. Блин, Темпенни реально что-то офигел. Блин, да е-мое. Кто такой этот британец? О, Майкер? У него есть проблемы с поведением. Не может расслабиться нормально. Блин, ребята. Пуласки не скрывается от правосудия. Пуласки убили мы. Мы Пуласки убили за то, что тот попытался убить нас. Он перед этим убил Джимми Эрнандеса. За то, что тот сдал их в полицию. В принципе, Эрнандес-то правильно сделал, что сдал их в полицию. Потому что они... Это не полицейские, это... Нет, вы только посмотрите, что в городе происходит, а? Ты только посмотри вокруг, даже... Даже старушки грабят прохожих теперь.
Давай присоединимся. Блин, кругом все взрывается, горит. Народ вообще свихнулся, и это все Тентмени виноват. Тентмени должен за это отвечать. Завтра у большинства людей будут новые телевизоры. Да, еще и горит все, ну вообще офигенно. Вряд ли из этого что-то толковое выйдет. Все горит. Ногу опусти. Гетто просто разрывается. Блин, у Свита две машины, что ли? Таких я не представляю просто. Я соберу пару-тройку братанов, и мы закроем все выходы и входы из города. Если что-то понадобится, звони. Прокачусь, я прокачусь по городу и посмотрю, что можно отвоевать. Отлично. Да, нам надо обеспечить надежную оборону. Я никому не позволю загубить этот район. Слышь, никому! Ладно, увидимся. Как дела? Мы уже почти взяли район под контроль. Си-Джей, это серьезно. Я знаю. С тех пор, как тебя закрыли, я столько дерьма ради семьи перекидал. Что? А для себя-то что делал? Не ради семьи. Не надо путать теплое с мягким. Слушай, когда ты отцепишься у меня? Когда ты прекратишь так себя вести, как будто ты босс. Ты продолжаешь трепаться о том, что сделал ты. Когда Кэндалл нужно было купить туфли, я пошел их и ограбил прохожих. Когда маме нужно было сделать операцию, я заработал деньги грабежом. После того, как ты прохождался в университете, занимался своими делами. Целых 5 лет, блин. А теперь стоило тебе что-нибудь сделать, а? Не гони. Слушай, несправедливо. Карл! Мне нужна твоя помощь. Я сейчас тут очень сильно занят, семейные дела. Я помог вам, ребята. Теперь пора пришла помочь мне. В моем районе бардак. Нам нужно держать этот чертов район на замке. Ладно, что тебе нужно? Пришла пора собрать мою старую банду. Выставить этих обдолбанных панков оттуда. Знаю, у меня сейчас проблем с... куча проблем в своем районе. И вообще-то я брату обещал. Все, что твой брат хочет, это то, чтобы ты вернул старые долги. Ладно, я понял. Я прикрою тебе спину. Пойдем потанцуем. Ариос, Ацтекас возвращается. Ну и какой план? Мы встретимся с 3 моими ветеранами на станции Юнити. 3? Чё, все что ли? Ладно, я привлеку парочку ребят из семей. Эй, ребята. Я, правда, не знаю, какой кнопкой надо. Блин, ребята, я должен посмотреть, какой кнопкой семей взять. Я не помню, какими кнопками. А, может таб надо? Ну-ка, давайте попробуем. Да блин, какой-то баг уже достал. Да блин, ну как их? Как их брать-то? Да блин, я не помню, какой кнопкой это делается. Сейчас посмотрю. Так. Как нанять банду? Да блин. А, все посмотрел, короче. На Г нажимать надо. Надо нажать кнопку Г английскую. Все. Вы, ребята, тоже сам поезжайте, вместе поедем. Мы в нехилом дерьме. Только оглянись. Да, нам сейчас только поосторожнее. Не хочу, чтобы меня застали на территории Балас. Блин, Тентпенни весь Централ на колени поставил. Так, все на месте? Да, на месте. Пока мы здесь, я хочу тебе задать один вопрос. Да, что? Ну, это личное. Да, ладно, мы же братья, ты и я. Можешь спрашивать чем угодно. Ладно, вот что. Мне нужно задать Кэндалу вопрос. Так в чем проблема? Позвони, возьми телефон. Не-не-не, это тот самый вопрос. А, ты имеешь в виду сделать ей предложение? Ну, я не против. Я даже за.
Не, я знаю, что ты свой. Вот только проблема с Вити. Может быть, ты с ним поговоришь? Обязательно, Цезарь, я поговорю с ним. Спасибо, Си-Джей. Это для меня очень важно. Погнали. Эй, эти Вагос, я их всех прикончу. Разделаем их на запчасти. Эй, Карнале, что происходит, братан? Сезар, а ты должно быть Си-Джей. Цезарь говорит, что ты свой. Видать, ты тоже братан. Ладно, чтобы добраться до моего дома, нам придется пробиться боем через весь этот район. Мы будем действовать сообща. Надо Вагос убрать отсюда. Победа или смерть? Так, под дуло не попадайте, пожалуйста, это и самое. Эй, убирайтесь из этого района. Вагосы довольно сильные. С ними шутки не стоит шутить. Вот я в Android-версии первый раз, когда проходил, пришлось эту миссию пропустить, потому что у меня почему-то на ней вылетало всегда. С помощью... читов пропустил. Не знаю почему, но вылетало. Миссия несложная, но она почему-то реально вылетала. Так, там кто-то стоит. Блин, обзор не загораживайте. Осторожней, но не по дуло не попадайте. Кошмар какой-то. Одного убили. Нет, одного убили, да. А все, блин, вот кое-кто под дуло попадает и мне здоровье снимает. Эй, да блин, отойди ты! Так, а тут брони нигде случайно нет? А, он прям тут что ли прятался? Будет где-то здесь еще один. Да где же он? Только на карте помечено, что он где-то здесь. Давайте оттуда нападем на них. Курок, курок. Надо не спалиться. Тише воды, ниже травы. Так, ну здоровьишко есть, уже радует. Вагосов еще будет куча, поэтому не расслабляться. Все будьте начеку. Второго... Блин, второго члена тоже убили? Кошмар какой. Панда наша слабеет. Надо срочно воевать территории. Да блин. По голове надо стрелять. Отлично, это последний. Двигаем отсюда. Но нам сейчас еще пострелять придется. Это еще не все. На самом-то деле. Это были еще цветочки. Вот теперь мы направляемся в змеиное логово. Там будет еще труднее. Но у нас в запасе есть небольшой сюрприз, да? Это же гранатомет. За нами гвардия будет охотиться. Смотри вокруг. Весь город охвачен войной. Слушай, я хочу вернуть свой дом. Нифига стреляет. Фейзер, его подстрелили. Надеюсь, он жив. Сдохни, тварь. Да блин, откуда кто стреляет, я не понимаю. А. Кто еще? А, ты, зараза. А, Хейзер. Он совсем плох, Цезарь. Осторожней, там еще вагосы есть. Они лезут через стены. Еще вагосы сзади нас. Ничего, я сейчас передних перестреляю и... займемся теми, кто сзади.
вроде бы это все. Давай закончим уже с этим делом. Я с тобой. Давай разделимся с этой шпаной. Теперь это район Вагас. Гори, Ацтекас, гори в аду. Ого, а этот из мощного оружия стреляет, который на крыше. А, он тоже из гранатомета стреляет. Сдохни, 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 сдохни. Сдохните все. Да блин, не стреляй фонарь, стреляй в него. Эй. Порядок, это последний. Как там Хейзер? Нужно его отвезти в больницу. Я его отвезу туда. Си-Джей, ты сделал больше, чем нужно. Ты вернись на Гроу-стрит. Ладно, увидимся, когда с этим разберемся. Спасибо, Си-Джей. Удачи тебе, мой друг. Наконец-то. Чувак, сохрани, там еще и дом купил себе. Надо будет домой вернуться. Как дела, брат? Си-Джей, у меня появились кое-какие мысли. Город, конечно, большой, но не настолько же. Кто-нибудь наверняка знает, где скрывается Биг Смоук. Но пока улицы еще не рулят, его деньги перевешивают наш. Мы собираемся ударить по волосам всем, что у нас есть. Нужно нанести удар по каждому из них. Ну, если по-другому никак, то я в деле. Посмотрим, что мне удастся узнать на улицах. Ты должен захватить больше территорий банд в районе Лос-Сантоса. Отдать сюда машину. В общем, возвращаемся домой, я кое-что покажу вам. Надеюсь, дом недалеко. Мы спокойно доедем сейчас. Так, вот он, наш район. В общем, что я вам покажу сейчас? Остановись. Чуть не задавил своих. В общем, это доступ... Это доступ к финальной миссии игры. Вот эта вот миссия, красная метка, это последняя миссия игры. Называется End of the Line. Блин. Скала, что он тут делает? Но чтобы получить к ней доступ, надо захватить еще как минимум 35% валосовских и вагасовских территорий. Видите, сколько их тут? У нас тоже территории есть, но у валосов и вагасов их очень много. Надо отвоевать их, чтобы получить доступ к этой миссии. В следующей серии мы займемся этим делом. Будем воевать территории. Может быть, серия будет, конечно, скучной. Мы там никаких заданий выполнять не будем. Но будем воевать территории. И в пятой серии мы пройдем последнюю миссию. Она будет довольно... Она очень длинная. Минут на 20. И на этом все. Ну, на этом третья серия заканчивается. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте тоже. Всем пока.